Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео я вам хочу показать свой заказ с сайта NewChic. Я уже не первый раз там заказываю и ношу вещи с огромным удовольствием, мне они нравятся, там можно найти прикольные вещи по очень-очень хорошим ценам, мне это, конечно же, очень нравится. И также все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. И также промокод со скидкой на товары, которые не находятся в разделе распродажи. Вы тоже найдете всю информацию внизу в инфобоксе. Ну и давайте покажу вам свой заказ. Значит, все вещи я уже постирала, погладила, естественно. И вам покажу все, конечно же, с примеркой. Во-первых, я заказала себе вот такой вот костюмчик. Уж очень мне захотелось такую вещицу. Да, это все обтягивает. Вообще, красоте все возрасты покорны. И ничего не вижу плохого в коротких и обтягивающих вещах. Считаю, что в некоторых ситуациях, в некоторых образах это очень даже уместно, даже 30+. Вот. Но давайте уже перейдем к самому костюмчику. Сделан он из... Идет 35% хлопок, 65% полиэстер. Вообще, на самом деле, по качеству, по ощущению, такое ощущение, что это 100% хлопок, но все это дело тянется и... Отлично сидит. И сверху идет вот такая укороченная кофточка. Тоже, видите, она очень хорошо растягивается. Немножко здесь вот, ну, где пуговка, торчит нитка, но это ничего страшного. Во всем остальном все швы ровненькие, все ровно сделано. Вот резиночка, смотрите, как хорошо прошита. И здесь резинка внутри идет, вот она, вот такая вот широкая. Это очень классно. Во-первых, не будет ничего пережимать и не будет ничего перекручиваться. Мне этот вариант тоже очень понравился. Идет вот такая вот тоже кофточка к ней. Я сейчас примерю, вам, девочки, покажу. Но это такие образы, с ними, конечно, нужно играться, какие-то аксессуары и так далее. Вот, я обязательно с огромным удовольствием буду носить. И цвет очень приятный такой, не знаю, мне нравится. Итак, вот этот костюмчик. Он, кстати, достаточно так вот свободненько сидит. Юбочка коротенькая, конечно же. Здесь получается зазор, ну, то есть можно поменьше опустить, но... Мне нравится вот в таком варианте. Вообще, вот эта кофточка и вот этот костюм будет очень хорошо смотреться именно на загорелой коже. Мне кажется, будет вообще просто потрясающе. И я бы его носила с каким-нибудь, ну, такими кедами, с каким-нибудь рюкзаком, чем-то таким. У меня просто летняя обувь сейчас вся убрана, а уже летние вещи потихонечку я приобретаю. Так что костюм очень классный, он очень приятный к телу. На самом деле, вот по ощущениям, он как будто 100% хлопок. Рукава, видите, то, что нужно. У меня рост 1,65 м. Вот, так что костюмчик мне понравился очень. Вот этот мягкий, приятный к телу. Ну и такая задорная кофточка. Следующий костюм. Я вообще, кстати, прошлась по костюмчикам. Что-то мне очень захотелось. Я очень люблю вот такую, как это называется, гусиная лапка, да? Или как вот такая как бы клетка или что это? Я не знаю, девочки, как это называется. У меня есть подобная юбка. Кстати, тоже такая же коротенькая, только черная. Вот сейчас я... Мне понравилась очень вот эта расцветка. Ну, во-первых, костюм удобно. Можно сочетать не только костюм носить, можно отдельно верх, отдельно низ. В общем, сочетать по-разному. Мне это очень понравилось. Я заказала по размерной сетке, взяла на размер больше. Кофточка мне свободна, а юбочка как раз хорошо очень сидит. Это уже идет 100% полиэстер. По крайней мере, здесь на бирке написано, но, честно, вот по ощущениям я бы не согласилась. Мне кажется, здесь все-таки есть хлопок. На мой взгляд, тоже тянется все это дело. И здесь... Сделаны еще вот такие красивые пуговички в виде жемчужинок. Вот. Здесь вот есть ниточка одна торчит. Но это такая, видно, оверложная, я так поняла. Вот. А во всем остальном швы все ровные. Здесь все ровненько. И здесь сделан вот такой вот вырез. Тоже очень классно. На резиночках. Но расцветка очень вообще бомбическая. Мне очень понравилось. Сейчас... Тоже покажу на себе. Так, теперь вот этот костюмчик, кофточка, видите, на мне сидит совсем свободно. Вот, не знаю, может, я такой размер выбрала, может быть, так оно и задумано. Здесь идет
То есть, видите, она совсем такая свободненькая. Юбочка тоже коротенькая, рукава отлично сидят. Но вот эту кофточку можно носить, как бы, ну, на мой взгляд, да, сочетать и, может быть, с какими-то джинсами или какими-то брюками. Будет вообще супер просто смотреться. Но мне нравится, вот это тоже очень приятное к телу, но такое поплотнее, чем предыдущий костюм по качеству. И сидит, на мой взгляд, очень-очень классно. Вот таким вот образом, вот, но такие вещицы в гардеробе моем подобных на самом деле нет, у меня только подобные есть юбочка, вот, так что, да-да-да, такая вот красота получается. И следующий костюм, который я заказала, это продается отдельно, то есть идет вот такой, такого цвета костюм и отдельно идет жилетка, то есть отдельно продается, но я когда увидела и жилетку, и этот костюм, я поняла, что такая вещь просто должна быть у меня. Это отличный вариант для прогулок с моими песинами, правда, с младшей я пока еще не гуляю, но все впереди, что называется, для вечерних прогулок вообще супер будет, не знаю, супер образ, скажем так, я нашла. Давайте начнем с этой жилетки. Жилетка это идет, девочки, двухсторонняя, потому что, смотрите, у нее вот этот вот язычок, он перекидывается вот в эту сторону, язычок, да, это называется. И вы можете носить как вот этой стороной, так и вот такой. То есть здесь идет как, ну, такой плюш. То есть и так можете носить, как вам удобно. И здесь карманы можно также вот так вот внутрь заправить, то есть вот они вот с этой стороны, да. Сейчас давайте состав сразу покажу. Здесь хлопок и полиэстер. Ну, вот здесь вот, наверное, немножко хлопка есть, я так понимаю. Вот, ну, вот это вот очень мягенькая такая, очень приятная. Я, скорее всего, буду носить, не скорее всего, вообще планирую носить вот так. Но вот с этой стороной можно тоже с каким-то другим костюмом сочетать. То есть карманы вы, соответственно, вот сюда, да, выправляете, и получается у вас меховая жилетка, а так получается вот такая жилетка, тепленькая, очень классная, очень классно сидит. Здесь идет вот такая как бы отделка, и вот здесь вот такая бежевая отделка. Вот с этим костюмом, девочки, вообще огонь будет смотреться. Капюшон здесь очень удобный, тоже на капюшоне есть мех, и он достаточно большой капюшон. Ну и давайте теперь к костюмам перейдем самому. Здесь 100% полиэстер, но очень такой мягкий. Я бы не сказала, что здесь есть хлопок, но он очень мягкий. И костюм достаточно тепленький. Можно под низ, ну, я обычно под низ таких вещей одеваю какую-то футболку, майку, что-то подобное. Здесь тоже идет вот такой вот капюшон, видите, достаточно большой. Завязочки. Это я, когда стираю, я все время завязываю вот этими завязочками, чтобы они туда не ушли вовнутрь. И, соответственно, брюки. Брюки идут с высокой талией и тоже с завязочками. Здесь также идет вот такая широкая резинка. Это огромный плюс этого. И сами вот эти брюки, они идут прямые, вот такие широкие, к низу. Боже, я так хотела такие брюки. Ну, подобный костюм. И у меня рост 1,65 м идет, соответственно, мне вот, мне самое то по длине. Что мне очень понравилось, и мне очень понравилось, как сидит на бедрах. Никаких складок, ничего нет. Но давайте я примерю вот так вот костюмом, так же, как планирую носить, и покажу вам. Итак, вот мой парадно-выходной прогулочный костюмчик. Получается вот такой, жилетка вот эта. Но с данным костюмом она хорошо именно вот этой стороной, на мой взгляд. Жилетка мега теплая, и она, видите, достаточно такая широкая. То есть я специально заказывала такой размер, что можно было под низ одевать теплые какие-то толстовки. Еще, то есть носить не только вот так, но еще что-то другое одевать. Рукава 1,65 м у меня, да, но вот они вот, вот такие вот. Вот, и вот эти вот кроссовки, которые я сейчас одела, это, кстати, у меня кроссовки тоже с сайта New Chic, я заказывала их где-то год, наверное, назад, в прошлом году в них постоянно ходила, ну, не постоянно, а достаточно часто, и брала их даже с собой в Карелию, там ходила по лесам и так далее, и ничего с ними не случилось. И они как раз отлично вписываются. Но вот эти штаны, девочки, как они мне нравятся. Еще я немножко их приспустила, чтобы было вот так посимпатичнее. Мне так больше нравится. Вот, а так они, видите, на высокой талии. Сейчас я расстегну.
Вот. Но, кстати, в этой жилетке, в этом костюме не приедешь, а просто они действительно очень теплые. Вот так вот выглядит. Немножко помяла свой вот этот костюм. Вот талия я немножко спустила, да, то есть, чтобы они подлиннее были. И вот так вот выглядит сам этот костюм. То есть, на мой взгляд, очень классно. И сзади они сидят тоже очень здорово, на мой взгляд. Вот. Белье не просвечивают, ну, соответственно, сюда можно телесное какое-то одевать. Из аксессуаров к этому костюму у меня будет два поводка. Младшие и старшие мои собачки. Так что такой прогулочный вариант, вечерний вариант прогулочный. Здесь просто завязано вот таким образом. И кофточка, кстати, мне очень нравится, как сидит. Она здесь немножко поуже, поэтому так, видите, свободно. Оверсайз и штаны. Боже, я влюблена в такие штаны. Такие брюки, мне кажется, это очень-очень-очень крутые. Такие широкие, прикольно очень смотрятся. И костюм тоже очень мягкий, приятный к телу. Я мне здесь нет хлопка, но вот по ощущениям, как будто здесь шерсть немножко добавлена, потому что он действительно теплый, классный. И капюшон еще здесь такой достаточно объемный, большой, такой вот с пупыркой, смешной. Но очень прикольный на самом деле костюм, девочки, вот этот я очень довольна. Как раз вечерние прогулки с моими мальчишками и девчонками двумя. Двое мальчишек и двое девчонок у меня теперь. Так что ну, вот такая вот красота. Так что вот такой вот у меня был заказ с сайта NewChic. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Обязательно переходите и смотрите. Вещи действительно очень-очень достойные. Мне нравятся. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!